Привет, друзья, канал Салим. В работе у нас Nissan Murano автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию. Салон мы разобрали, краткий обзор. Так вот, небольшой кусок вибра на полу в багажнике. Нарка к вам небольшому квадрату. Почему-то это самые шумные места в автомобиле. Крыша у нас голый металл, ни единого куска, ни шума, ни виброизоляции нет. Смотрим, что у нас по дверям. Задние двери и верхняя часть кусочек. Слышите, как звенит металл? Пол в салоне. Кое-где вибро присутствует. По мнению владельца, но этого недостаточно. Передние двери. И слышите, вообще ни единого куска, ни шума, ни виброизоляции нет. Поэтому сейчас готовим поверхность и приступаем клеить первый слой